Мир вашему дому! Сегодня по народному календарю православный праздник Трофимов день. В народе праздник получил название Трофим Бессонник. По церковному календарю православная церковь сегодня чтит память мучеников Трофима, Феофила и с ними 13 мучеников, святого праведного воина Федора Ушакова, священномученика Аполлинария, епископа Равенийского, священномученика Михаила Троицкого, пресвитера, мученика Андрея Аргунова и другие православные святые имена, которые вспоминают в этот день. Сегодня также православная церковь празднует икону Божьей Матери, всех скорбящих радость с дрожщиками и Почаевской иконы Богородицы. Поздравляем всех с праздником, всех, кто родился в этот святой день. Желаем здоровья, счастья и благополучия. Светлая память ушедшим мир иной.